до 4 миллионов гривен в месяц. Что это такое? Это значит, что мы ориентировочно в конце апреля уже не сможем платить за электроэнергию, за перекачку воды на расстоянии 73 километра. И сегодня вот те тарифы, о которых мы говорили, которые мы заявляли, они хоть немного выравнивают ситуацию. Я на следующей неделе выхожу на бюджетную комиссию и прошу у города компенсировать разницу в тарифах в размере 12 миллионов гривен. Сколько будет громада из общих денег платить вот эту разницу в тарифах? Какие комментарии убеждают членов Горкома? Сьогодні ці тарифи, які ми просимо встановити, вони не дуже великі. Можна додати? По великих корінних фактично вартість послуг составляє 20, почти 28 гривень. Фактично. На Бухському 20, а ми пропонуємо 10-11 гривень. 10-11, 28. І цю різницю. Ми ж не пропонуємо встановити фактично.